Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем знакомиться с сайтом mkin24. Сегодня мы посмотрим страницу с фильмом «Техасская резня бензопилой», который вышел 18 февраля 2022 года. В описании фильма у нас написано «Техасская резня бензопилой». Мрачный, кровавый, выживальческий фильм ужасов в чистом виде совместного производства США и Болгарии – про убийцу-психопата в маске и выживание в ужасных условиях, действие которого происходит в печально известном маленьком городе-призраке под названием Харлоу. Вот, напомню, как у нас делятся выживание. В плохих условиях это вот беднота, в суровых условиях это вот где-нибудь там в холоде, под водой. Потом в кошмарных условиях, это когда стали заложниками преступников, террористов, ужасных условиях, это когда вот маньяки различные, вот где расчлененка всякая. Вот, есть еще невероятные условия и нереальные условия. Невероятные условия – это фантастические фильмы ужасов, где вот выживание происходит. То есть то, что трудно представить, но нельзя точно сказать, что это невозможно. А нереальные – это фэнтезийные, где демоны, там тролли различные и прочее. Вот, данный фильм отмечен у нас как самый зрелищный, присутствует в категории «Самые зрелищные проекты». Вот, также указано, что это вот проект Netflix, потому что вот посмотреть его можно только на Netflix. Начало «Техасская резня бензопилой» 1974 года. Входит данный фильм в следующие списки. Список лучших фильмов ужасов про убийц-психопатов, входящий также в список лучших фильмов ужасов про маньяков и серийных убийц, который в свою очередь входит в список лучших фильмов про маньяков, который, в свою очередь, входит в список лучших фильмов про преступников. Также новая «Техасская резня бензопилой» относится у нас к списку лучших фильмов ужасов в чистом виде, списку лучших фильмов ужасов 2022 года, входящего также в список лучших фильмов 2022 года. Далее, список лучших фильмов жанра ужасы, о которых вы, скорее всего, еще не слышали, или премьера в кинотеатрах России не состоялась. А также данный фильм встречается в киносборнике ужасов номер 8 «Американские ужасы 20-х годов 21 века». Посмотрим несколько из этих списков. Список лучших фильмов ужасов про убийц-психопатов. Здесь у нас «Техасская резня бензопилой. Кожаное лицо». «Техасская резня бензопилой 2022 года». «Хэллоуин убивает». Далее с неуказанным возрастным ограничением и описанием. Хэллоуин 78-го, Хэллоуин 2007-го, Хэллоуин воскрешение, Хэллоуин 20 лет спустя, Хэллоуин 6 проклятия Майкла Майерса, Хэллоуин 5, Хэллоуин 4 возвращение Майкла Майерса, Хэллоуин 3 сезон ведьм, Хэллоуин 2, «Техасская резня бензопилой 3D», «Техасская резня бензопилой начало», «Техасская резня бензопилой 2003 года», «Техасская резня бензопилой 4 новое поколение», «Техасская резня бензопилой 3 кожаное лицо», «Техасская резня бензопилой 2», «Техасская резня бензопилой 1974 года», «Хэллоуин 2018 года», «Дом восковых фигур», «Поворот не туда 6», «Поворот не туда», «Не вижу зла», «Вижу зла 2». Ну и посмотрим список лучших фильмов ужасов в чистом виде и список лучших фильмов ужасов, о которых вы еще, скорее всего, не слышали или премьера в кинотеатрах России не состоялась. Список лучших фильмов ужасов в чистом виде. Здесь у нас «Синяя бездна 2». В чистом виде это значит в жанрах указан только жанр ужасы. Далее «Техасская резня бензопилой 2022».
«Улица страха», часть 2, 1978. «Хэллоуин убивает», «Хэллоуин 2», «Техасская резня бензопилой» 2003, «Техасская резня бензопилой. Начало», «Хэллоуин 2007», «Коллекционер 2», «Поворот не туда 6», «Поворот не туда», «Волчья яма», «У холмов есть глаза», «Не вижу зла 2». Ну и список лучших фильмов жанра ужасы, о которых вы, скорее всего, еще не слышали, или премьера в кинотеатрах России не состоялась. Здесь у нас «Техасская резня бензопилой» 2022, «Улица страха», часть 1, 1994, «Улица страха», часть 2, 1978, «Улица страха», часть 3, 1666, «Пристанище страха», «Фургончик с мороженым», «Культ Чаки», «Поворот не туда 6». Кстати, вот из Чаки, вот где вот уже идет робот, это вот, наверное, единственный вот нормальный. Все, что идет потом, такие трешовые проекты, в том числе и сериал. Вот далее смотрим «Поворот не туда 6», «Не вижу зла 2», «Остал 3», «Треугольник», «Эффект бабочки 3», «Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом», «Эффект бабочки 2». Остальные списки можете посмотреть самостоятельно по ссылке в описании. Теги и авторекомендации: ужасы, 18, выживальческий, кровавый, мрачный. По данным тегам автоматически подобраны следующие проекты для дальнейшего просмотра: «Обитель зла», «Ракун Сити», «Хэллоуин убивает», «Пила спираль», «Ходячие мертвецы», «Остал 3», «Хэллоуин 2018», «Судная ночь. Начало», «Судная ночь 2», «Тебе конец», «Судная ночь», «Поворот не туда 6» и «31. Праздник смерти». Что ж, на этом на сегодня все.